Я Дима. Митя. Дима – веселый безоблачный мальчик. Больше всего на свете он любит складывать пазлы. Дима может часами сидеть, собирая маленькие детальки в целую картину. Упорный ребенок всегда доводит дело до конца и очень любит показывать, что у него получилось. А еще Дима увлеченно рисует и лепит. Я ию Пати, я ию Альтата и Петти. Подвижный и активный Димочка обожает играть в мячик с другими детьми, кататься на велосипеде и просто гулять. Дима и сам любит кататься на качелях и малышей раскачивает. Дмитрий ответственно относится к поручениям взрослых. Ему так хочется заслужить похвалу. С удовольствием он ухаживает за комнатными цветами, поливает их, опрыскивает водой. Мальчик любит порядок. Он знает, что у каждой вещи есть свое место, поэтому легко раскладывает все по местам. Жизнерадостному, дружелюбному Димочке очень нужна семья, где он сможет почувствовать себя любимым и нужным.